Уважаемые зрители, 24 июля этого года в Санкт-Петербурге в Екатерининском парке Царского села уже в 10-й раз прошел очень впечатляющий праздник моды. Четыре тысячи зрителей увидели это театрализованное шоу под названием «Власть красоты» и «Императорская мода». Дизайнеры проследили в своих работах, как приход к власти императора влияет на моду в повседневной жизни. Коллекции, посвященные императрицам Елизавете Петровне и Екатерине II, а также дочерям Николая II.
Вам понравилось? Подписывайтесь на мой канал и познакомьтесь с другими моими работами.